Петрозаводские полицейские спасли женщину, которая увязла в болоте в лесу. К моменту приезда сотрудников горожанка увязла в болоте уже по плечи. Мигалок не видно вам? Мигалочек не видите? Нет. Женщина завязла в болоте, идя через лес в сторону дома, и позвонила в полицию. На место выехал дежурный наряд патрульной службы. Полицейские постоянно поддерживали связь с пострадавшей и подоспели вовремя. Горожанку передали спасателям и медикам, которые оказали ей необходимую помощь. Давай руку.